Привет! Мы Воз Вуден и я Тимур. Сегодня на обзоре нож Кукри в скине Пророк. Приходит он вот в такой вот замечательной фирменной упаковке. Давайте откроем ее и посмотрим, что ждет нас внутри. Внутри вас ждет нож Кукри, который лежит в своем классном ложементе. Смотрится стильно и можно считать эту коробку подарочной упаковкой. Достанем ножик и посмотрим его поближе. Что мы на нем видим? Мы видим на нем птицу. Птицу, которая стремительно летит к кончику лезвия. От самой гарды. А ее перья, возможно, расположены даже на ручке. Скин называется Пророк. Что он вам пророчит, я не знаю. Что он пророчит мне, я тоже не знаю. Но выглядит красиво и придется многим по душе. Это скин из последнего обновления стендов, которое вышло осенью 2022 года. Специально об этом упомянул. Вдруг, когда вы смотрите этот ролик, стендов выпустил еще одно обновление. Нож Кукри — это долгожданная новинка из стендов 2, потому что Axel Bolt анонсировали ее в трейлере, когда персонаж брутально воткнул свой ножик в карту, и люди гадали, а выйдет ли этот нож в игре. Многие даже не представляли, что он выйдет и в реальной жизни. Но мы знали о выходе этой новинки заранее, потому что официально работаем с компанией Axel Bolt и Stand Off 2 и знаем о том, какие новинки вас ждут в следующем обновлении. Поэтому покупайте игрушки у Воз Вуден. Ведь Воз Вуден — это в первую очередь безопасная игрушка. Мы делаем наши изделия из фанеры первого сорта, массива, дерева, покрываем их экологичными красками и наносим самый лучший лак, а все острые грани, неровности тщательно обрабатываю. Поэтому, если вы хотите приобрести такой ножик ребенку, не переживайте, он им не поранится. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч!